Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос заключается в том, чтобы определить, как вы позиционируете себя в отношениях. Если вам хочется, чтобы мужчина все решал за вас, то значит вы переезжаете к нему. Если вы позиционируете себя как свободного человека, как самостоятельную личность, как субъекта, имеющего собственные интересы, собственные желания, собственные стремления и так далее, то подобный расклад вас не устраивает, и мужчина, склонный, грубо говоря, к тирании, вас также не привлечет. Именно в таком контексте нужно решать вопрос, что даст вам переезд к мужчине, а что даст вам не переезд к мужчине. Соответственно, если плюсов переезда для вас больше, если, как вы думаете, выиграете вы от подобной перемены в вашей жизни больше, то переезжать стоит однозначно. Если же нет, то тогда переезжать не нужно, потому что в противном случае вы просто-напросто рискуете быть несчастным. Ну, а мужчина, по вашему описанию, это такой, знаете, классический представитель мужского пола, который вот стремится подчинить женщину своим взглядом. И если вас это устраивает, если вам нравится, когда за вас все решают, то нужно принимать соответствующее решение. И еще раз, давать конкретную рекомендацию вам непрофессионально, потому что решение принимать нужно вам самостоятельно. А мы лишь можем помочь вам раскрыть ситуацию более полно и подсказать вам ориентиры, опираясь на которые вы могли бы принять соответствующее решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.